Друзья, всем привет, с вами Бамбуковый Медведь Капанда, и смотрите, кто у меня в гостях. Сегодня мы играем с Люксом. Здорово, дружище! Здорово, Капанда, и всем подписчикам привет! Сегодня поиграем в Tower Defense, я думаю, вы все знаете эту игру, особенно на канале Копанда. Ну что, давай, ты у нас профессионал, выбирай, куда мы пойдем, я вообще почти ноль здесь, да? Какой у тебя там 20 уровень, нормально, ты не ноль? А я не играл давно, так что я ничего не помню. Давай, ладно, сейчас ведем в курс тебя дела. Так, давай забежим сейчас вместе с подписчиком. Подписчикам тоже всем привет, и моим, и твоим. Так, смотри, Rocket Arena, туда мы не пойдем, она очень жесткая. Давай глянем, что здесь вот у нас слева. Так, а, Винтер, о, быстро, вот это нормуль, залетай. Забегай. Зашел, ты зашел? Да, я зашел. О, вижу тебя. Все, отлично. Отлично, залетели. Так, 8, здесь 8 получается у нас бойцов будет, мы с тобой вдвоем, и еще кто-то 6 подписчиков. Так, давай сейчас... Ребята, если кто не знает, то этот режим, вы здесь должны защищать свою базу. На вас будут нападать зомбики, да, фигомбики. Ставишь свои вышики, вот у меня вот миниганчик есть, у тебя что есть? Миниганчик? У меня тоже миниганчик есть. У меня миниганчик, ракетчик, еще пушка есть большая, прикольная, за 4000. Ну, сейчас зайдем, глянем. Давай определимся, что мы будем делать по сложности. Мне кажется, на самую последнюю мы не пойдем, потому что слишком длинный будет видос. Давай день на предпоследний. Там, в принципе, ничего сложного, просто чтобы не это 40 минут нам не играть. Так, все, смотри, давай, ребята, нам нужно выбрать режим, чтобы вы понимали. У нас есть легкий режим, будут легкие зомбики, нормальные. Ну там вообще изи. Невозможный. О, зачем они ставят невозможный? Да нет. Давай на хард тыркай. Хард. Долго будем. Не, можно и на инсейне сыграть. Пишите хард! Пиши хард, чтобы они выбрали хард. Команда, да почему нет? Пожалуйста, хард! Не, ну ладно, хорошо. Инсейн у нас выбрался, я хотел инсейн написать. Тогда будет все жестко. Ладно. Ой, мне уже страшно, офигеть. Я очень давно не играл, и у нас, получается, идут обычные такие зомбики, да, одетые в кожаную броню. Да. Так, сколько чего нет? У меня $500 есть. Нифига, у меня 600. Смотри, самое главное, нужно ставить их как можно плотнее. Вот ставь вот в эти вот квадратики их как можно плотнее, в углы, то есть начиная с углов, потому что народу очень много, мест очень мало. Ставишь прям в самые уголки, вот сюда вот, в центр все. Хорошо, как можно плотнее друг к другу их. Да, окей, хорошо. Но я, значит, накоплю $100, наверное, тогда. На либо ковбоя, либо полицейского, и мы это зададим им жару. Точно, да. А полицейского вот сюда вот куда-нибудь можешь поставить. Вообще хорошо вот сюда вот. Хорошо, но я хочу ковбоя. Я недавно получил. Ну как недавно, там 3 месяца назад, когда я играл еще. Да. Ковбой, кстати, тоже прикольный. А, тут знаю, еще Ивин, кстати. Можно тебе помочь Ивин пройти. Но там юнита так себе даются, но он вообще жесткий. Там хэллоуинский Ивин. Я понял. Что-то очень жесткое. Ну хорошо. Давай тогда. Сколько у тебя долларов? У меня 640 уже. У меня 700. Так, а мне на что накопить? Знать? Я буду на миниганчика копить, но миниганчик очень дорогой. Купан, куда ставить ковбоя? Я просто так, ну, не прости, надо. Ковбоя? А вот сюда вот поставь, смотри. Окей. Он, видишь, он будет и лево закрывать, и право будет закрывать. Вот вообще вот здесь вот надо вот всех располагать, юнитов, вот в этих вот двух закутках. А вот с этой стороны лучше не ставить за бугром, видишь, вот с этой стороны, потому что... Да, это логично. Ну подожди, у нашей базы 500 хп? Серьезно? А потому что народу дофига, ты видишь, сколько народу. Ну да, так, ну это вообще, мы можем первые волны пропускать по приколу так-то. Они ничего не сделают, да? Офигеть, ну... Ну это сейчас пока легко, потом знаешь, какая жесть начнется тут. Я понял. А сколько здесь волн в инсене, а? О, я не помню. Я до конца доходил, по-моему, в районе то ли 40, то ли 60. Что-то давно уже тоже не играл. Ребят, готовьте попкорн, чаек. Сейчас будет замес. Сейчас двух ютуберов здесь будут нахлобучивать. Но это не точно. Так. Я тоже уже давно не играл. Скоро прокачать своего ковбоя за 350 баксов. И нормально будет. Так. Кто достает каких-то снайперов? У них там, смотри, твиттер нарисован. Это реклама. Это с твиттера. Хантер. Это, кстати, Хантер? Код. Можно было код ввести. Где-то у меня под видосиком был код. Ага, окей, хорошо. Ладно, значит, прокачаю этого ковбоя, и у меня будет, наверное, супер-мега-ковбой. Вот где он? Смотри. Сейчас посмотрим, что с ним изменится. Давай, я смотрю. Опа! Очки! У него перчатки. У него варежки появились. Блин, мы задефаем, как думаешь? Да без понятия. Вот я смотрю, там кто-то ставит этих гранатчиков. Юниты, кстати, слабые. Юниты вот этих ребят слабые, будет тяжело. Так, а какие с нами уровни играют? 57-й, 39-й, 50-й,
48-й, 32-й. 86-й, нормально. А, у меня 65-й. А, офигеть, сколько он там играл? Ой-ой-ой, смотри. Тихо, он сейчас может пройти. Нет, мой ковбой зарешивает, смотри. Ковбой затащил. Я до сих пор еще фармлю, у меня 1300, я хочу миниганчика поставить. Вот сюда вот в уголок поставим. Миниганчика за 2000, да ты вообще мажора вижу. А, потом ставить. Будет пушка вообще за 4000, у меня самая мощная пушка за 4000, она вообще имба. А, это имба. Пушка, которая с лазером, да, лежит? Не, она стоит такая турель, как турелька выглядит. А, турелька, она на последнем уровне вообще так нахлобучивает, мама не горюй. Я понял, мама не горюй. Окей, хорошо. Так, давайте скипнем эту волну, потому что какие-то нубские зомбики, и вообще первые волны, они, ну, легкие. Я думаю, это понятно всем. А еще, когда вот скипаешь, дают дополнительное золото. Я знаю. Да, это прикольно. Так, ну, в принципе, хорошо справляемся, и я думаю, мы сможем... Да у нас восьмая волна, тут пока легко. Сейчас потом они пойдут вообще капец. Блин, вот так вот неправильно маленько понаставили их вот с этой стороны вот. Ну нет, кстати, с другой стороны их наоборот хорошо, потому что нам места здесь побольше останется. Купанда, нужен совет, кто, что это за медик? Здесь кто-то поставил медик. А, медик, он стреляет, еще он хиляет. Офигеть, он а кого ему хилять надо? Ну, хиляет, я так понял, он, я его, кстати, если честно, сам не тестил отдельно. Он, я там подразумеваю, хиляет вот эти вот КП, которые у нас наверху. А, неплохо. Короче, я поставил ковбоя, сейчас, вернее, сейчас я его прокачаю, и у него вот такая вот повязочка. Бандана появилась. Да-да-да, бандана. Так, следующий уровень, у моего ковбоя будет офигенный бронежилет. Где там твой мини-гачик, я не понял. 1800, мне осталось буквально 200. Окей, и мы так, сколько у этого КП у Хэви? 23, нормально. Сейчас он это помрет. Хорошо. Я жду твоего мини-гачика, посмотрим на ту. Да-да, совсем чуть-чуть осталось, 30 осталось. Так, кстати, я сейчас ошибаюсь. Ой, еще был здесь еще один медик. А, либо прокачали его. Офигеть, блин. Да, это вот медик. Блин, мне хочется проверить. Крок-босс тоже прикольный. Кто это за каменный мужик? Нет, тут пока мы на изи. Я даже не успел посмотреть. Ну да. Ну что, ты сейчас своим мини-гачиком? Да, ой, все, наконец-то, наконец-то, вот он мой красивый. В самый уголок, где, вот где? Видишь, я куда я его поставил? О, такой бизнес-чувак, неплохо, неплохо выглядит. Ха, нифига он наваливает. Ну все, это победа, да? Да, однозначно. Волны, да, десятая волна, это только начало. Я уже устал. Не-не, сейчас самое веселье пойдет. Где-то после 30-й волны там будет вообще жескач. Подожди, ты видишь? Фризера изменили, он теперь замораживает по-настоящему. Да, это этот, анимация изменилась. Да-да-да, раньше он, знаешь, как получается, холодный огнемет у него работал, и как-то такой себе был чувак. Но. А так тут и эти взрывы у сплэша тоже изменились. Кто это такие? Они такие опасники. А все? Так, все, кстати, все? Знаешь что, сейчас скоро невидимые хайдены пойдут, нужно апать до третьего уровня. До третьего? Да, ну вот у меня, по крайней мере, вот третьего уровня появятся очки ночного видения, потому что пойдут хайдены невидимые, и они, наши базы, наши юниты не будут их видеть. И блин, они смогут проскочить. Ковбоя прокачаю? Прокачивай ковбоя. Подожди, а... Апнул его? Да-да-да, смотри, бронежилет появился. О, и варюшки, да? А вот я, смотри, я сейчас апну своего миниганчика, у меня появятся очки ночного видения. Понял. А, VR-очки такие, да, красивенькие? Во-во-во, очки ночного видения, все появились. Теперь так, мы хайденов видим, теперь все нормуль. А я, короче, там поставлю базу, ну, чтобы машинки выезжали. Да, вот они прикольные, кстати, military base. Опа. На последнем уровне они тоже вообще тащат. Я могу прокачать, и мои машины будут выезжать на 15 секунд быстрее. Неплохо, качаем это все. А на третьем уровне у него хп добавится, там, по-моему, 75 что ли будет уже, а не 25. А вот, я уже могу 75 сделать, получается. Давай, прокачивай. Да-да-да, осталось только денежки подкопить, и будет нормально. Знаешь что, ты куда поставил? А, вот туда, в угол. Смотри, сейчас потом ставь вот сюда вот. А почему? Потому что я поставлю командира, и он будет апать их. Я вот сюда буду командира сейчас где-то в центр ставить. А, слушай, ну, я понял тебя. Все хорошо, ставим сюда машиночку. Да, вот где я стою, да, вот сюда. Видишь, я командира поставил. Вот он, командир. Он их будет апать. Командир? Ага. Да, он апает всех юнитов, которые в радиусе у него стоят. Ну, тебе пускай стоят, а вот эти здесь потом сверху ставь, окей? Хорошо. Я тебя понял. Так, какая у нас уже волна? 15-я волна идет. Чё с чуваком?
Он умирает. Или что это такое? Смотри, он летает. Где, где? А, все. Братишка что-то делает. А как он так сделал? Подожди. Не знаю, может что-то начитерил. О, он флексит. Ладно. Так, давай посмотрим, что у нас будет дальше. Опа, посмотри, какая у нас уже офигеть база. Да. Кто это? А, это сюрпризики идут. Я еще ракетчика поставил. Ага, я тогда поставлю своего копа прямо вот сюда, возле твоего командира. А у да, него вот вокруг него ставь, он будет хорошо проапывать. Вот этот командир я их понял. Бафает юнитов. Да-да-да, я знаю. Так, ну отлично, в принципе, пока что мы хорошо справляемся, наша база выдерживает это все. Неплохо, я бы сказал даже. Да, вообще огонь. Смотри уже, народу у нас. Нормально. Да-да-да, отлично. Так, блин, офигеть, это что за тыква миниганер? Офигеть. А, это скины, офигеть. Это скины добавили на Хэллоуин. Скины? Неплохо. Чё, о, смотри, кто-то наверху поставил этого, Outlaw. О, этого чувака, снайпер. Который снайперки стреляет? А, да. Два, даже два. О, нифига. Типа рельса. Я понял. Короче, я оставлю своего Базучкина, во. Сейчас он покажет, что делать. О, смотри, мистери бегут. Они могут заспаунить какого-то синого босса. Нужно с ними тоже быть аккуратно. Ну, у меня здесь как бы Базучкин стоит, а он не любит врагов, так что сейчас он кидает. Не любит, это точно. Так, ну ладно, отлично, я тогда прокачаю его. Опа, опа, опа. Блин, ну мне кажется, мы справляемся. 19-я волна. Я не чувствую прям вообще никакой сложности. Могу даже на кресле отдохнуть, так посидеть. Ты смотри там, сейчас убежишь, нас тут раскатают по полной. Нужно постоянно держать хвост пистолетом. Смотри, темный некромантер, получается, да, маг, темный маг, офигеть, ой. Да они там все, я даже не успеваю посмотреть, мы их там уничтожаем сразу же. Ну да. Так, я прокачу своего полицейского, буду такой бронежилет у него. И, кстати, я вижу, здесь написано плюс 10 энергии, это значит то, что твой командир меня апает, моего перса. Да-да-да-да. А я его потом еще сильнее проапаю, он будет еще сильнее бафать. И потом у меня будет еще типа магия такая. Ну, не магия, скилл. Я могу нажимать там раз 30 секунд, и он будет вообще еще сильнее апать. Я понял. Типа баф такой это? На время. Кто вот это такой? А, это команда. Кто такой команда? Какой-то чувак с пистолетами, ладно. А, ну, это вообще будет. Прикольный чувак. У него потом сзади появится этот... ранец с этими, с ракетами. Кстати, я его не взял, надо было его взять. Он тоже вообще имбовый. Он, короче, с плэшем дамажит этими ракетами. У него сверху потом ранец будет, 4 ракеты будут вылетать. Это вообще жесть. Так, мне тогда буду ковбой качать, я ему сделаю 2 пистолета. Это, я бы сказал, очень хорошо. Вот, смотри, я турельку поставил. Вот под своим миниганчиком я поставил турельку. Так, Я ее потом проапаю, там 2 пушки. Она двуствольная она будет, вообще тоже имбовая. Знаешь, это запах победы, я чувствую. Это запах веселья и трэша. Я люблю замесы устраивать, еще большие тут. Так, я там прокачаю ковбой, у него будет 2 пистолета, офигеть. Да, кстати, с 2 пистолетами. А у тебя появилась бандана эта? Да, бандана уже есть. Смотри, в чем прикол команды. Я знаю, что на 4-м левеле у него... два пистолета получается, либо на третьем. Ну, когда ты апаешь его на последний левел, он стреляет очень быстро, ну, дамаг исчезает. Типа, прям дамаг становится на 9 меньше. Как думаешь, выгодно ли это? Я не помню. А вот ты вот смотри, ты когда их проапываешь, у тебя вот здесь показано, то есть вот рядышком с картинкой, когда ты проапываешь, какие там будут характеристики, то есть там, например, там... А я вижу. Да, и что там написано, сколько был дамаг и сколько станет? Минус 9 дамага. Минус 9? А скорость какая будет, fire rate? Ну, он будет в 3 раза быстрее стрелять. Но будет 0,15. Ну, я думаю, неплохо, да? Да, вообще неплохо. В любом случае надо апать. Опа! Все, готово. Что, проапал? Да, смотри, смотри. А, у него шестистволка появилась. Да-да-да, у него шестистволка. Так, тогда я проапал своего полицейского. Смотри, уже настоящий сватовец такой. Оделся вообще уже кепочка, кипарик, бронежилетик. Да, красавчик. Так, а у тебя же что? О, я вижу, у тебя миниганчик такой. А я сейчас буду апать свою эту пушку. Смотри, у меня двойная турель появилась. О, как она там наваливать будет, мне уже интересно. Да. А ты же знаешь, что тут можно посмотреть, сколько твой юнит нанес дамага? То есть может... Нет. Вот смотри, на Вадина своего, например, вот где ты будешь апгрейживать, сверху над картинкой написано Total Damage. О, неплохо. Мой ковбой уже накидал 1300 дамага. 1300?
А мой то всего 617 миниганчик. Я понял. Ну тогда может тоже мне миниганчика поставить? У меня вроде денежки ими. Ой, что-то было. Блин, да офигеть там этих мобов. Мне уже как-то страшно стало, знаешь что? Смотри, их кучи какие идут. Мы их просто разносим в пух и хлам. Я надеюсь, мы еще долго будем их разносить, а то как-то... 27-я волна. Так, ну слушай, если ты говоришь 40 волн, то это их конец. Да, это погоди, потом вообще толстые дядьки пойдут, у них там по 20 тысяч хп будет. Это еще мелочь, шелупонь идет. Как мы справимся? Смотри, ладно. Вон они бегут, сколько у них? По 200, файлоны идут. Все, боссы 200. Я беру и прокачиваю милитари база, и сейчас вообще везде будут выезжать офигенные машины. О, все. Смотри, мы сейчас проапаем еще командира моего. Сейчас раз. О, ну все. Два. Все. Вот, смотри, теперь у меня появляется такая рация, называется Call to Arms. Смотри, я нажимаю. Куча, короче, видишь, смотри, кто-то уже их проапал, еще я проапал, видишь, они горят что как. Что происходит? Офигеть! Вот эту веселуха я называю. Блин, офигеть! Да. А ты видел вот это? Там какая-то команда, о которой ты говорил, у них просто, ты прав, столько ракет, смотри, какой залп ракет сейчас. Да, да, это залп ракет. У него там по 4 штуки должно вылетать. У него вот сзади, если посмотришь, раницы, там 4 ракеты у него. У меня 13 тысяч денег, нужно тратить, нужно тратить. Так, вот они, 4. Прокачу базы свои. Так, у меня уже есть одна база с танком. Опа. А дальше идет прям, получается, энергетический танк, рейлган. Да, офигеть. Вообще они тоже тащат. Ну, кстати, их перерисовали. Вот, я не знаю, видел ты, нет, как рельса это выглядело в самом начале? А, что-то да, видел. Там вот прикольно они выглядели. Вот сейчас они маленько перерисовали. Мне что-то вот это, на самом деле, поменьше нравится. Было гораздо прикольнее до обновки. Так, ну тогда я сейчас все уже прокачаю до танков, и вообще будет жестко. И давай. Так, ты поставишь, не забывай ставить всех возле моего командира. Командир очень хорошо апает. Да, ты вроде, да, ты всех моих, получается, все мои казармы прокачиваешь нормально. Да, да, они очень хорошо проапывают. Так, еще один танк. Ну это просто прям идеально, идеально. Так, что у нас идет? О, я не заметил, у нас уже какие-то шадов-боссы идут, какие-то... Гличи. Да, здоровые ребята. Это да, посмотри на медика. Это уже ангел, а не медик. Он, это, кстати, последний уровень. Вот ангел, он на последнем уровне уже. Блин, не... Вау, чего? Что за снежинка? Чего вообще происходит? Тут вообще замес, жесткий замес. С нами попались какие-то, я вижу, профессионалы, которые прям слишком сильно удивляют меня. Я вообще в шоке, что вы творите, ребят. Да, вообще нормально. Мне кажется, я здесь самый нубик. А я здесь самый нубик. А да, я самый нубик. Неплохо. А какой у тебя 23 уровень. Блин, играй побольше. Здесь вообще режим очень интересный. Мы с подписчиками постоянно играем. Столько обнов. Я когда она вышла играл. Теперь же столько новых персонажей. Я думаю, все. Не знаю, что сказать. Потому что я просто в шоке. А там новые, блин, ну это правда круто. Ты это знаешь, напоминай мне, когда обнов выходит, чтобы я знал. Окей. Да будем с тобой залетать почаще. Давай, блин. Я тебе потом еще Tower Battles покажу. Tower Battles тоже прикольный режим. Я типа знаю, да, я у тебя видел, он не играл вроде ни разу. Я его чем плохо, очень мало разработчик его обновляет. Он вообще топчанский, но это очень редко обновляется. Что это? Вот это неплохо уже пошли враги. Замес. Что здесь происходит вообще, а? Ой, это все взрывается. Здесь гигантский босс. Ой, мы же убьем его, надеюсь? Или сколько это? Там хп? Танк был. Танк идет. Да, сколько у него? 5000, по-моему. Легкая. Здесь на изи. О, смотри, он это, наших юниты фризит, короче, оглушает. И они не могут... Да, я знаю. Блин, я сейчас немножечко и сделаю просто рейлган танк. Все, сделал. Давай, все сделал. Смотри, вау, ну как здорово. Сейчас он будет уже выезжать где-то. Где-то здесь. Так. Я жду, я просто жду. Вот он. Слушай, раньше было красивее, мне кажется, да. Да, там прикольный был такой-то двойной, ну сейчас тоже двойной, двойное дуло. И он как бы светился еще с такой, с подсветкой был, крутецкий. А сейчас что-то это убрали, ну я не знаю, зачем. Ну да, маленечко переделали. Ладно, самое главное, что он тащит. Да, это да. Так, ну, блин, 33-я волна, я не знаю.
даже не устал. Ну, вот так вот. Я бы сижу здесь, и мы выигрываем. Вот мы выигрываем, все. Пока тащим нормуль, 34-я волна. У нас еще никто не прошел, мы ни одного хп не потеряли. Хорошо, тащим. Посмотри на тех, кто играет с нами. И вот ты можешь сказать, что это не профессионалы. Это мы с тобой тут два профессионала. Вообще, да. Подписчики тоже профессионалы. Да-да-да. Ну все, это... Ладно, пока еще рано радоваться, мы еще не выиграли. Нужно держать хвост трубой. Так, ну... Вот это, там замес, конечно, жесткий. Там какие-то бумеры, запивается все. Да, замес, конечно, жесткий. Кто там у нас валит вообще? А, бумеры, да, идут. Да, еще некромансер там идет. Там все взрывается, я вообще ничего не вижу. О, мой танк едет. Он умрет. Нет, пожалуйста. Все, а танк врезался. У нас 503 хп, мы ничего, ни одной хп еще не потеряли. Да вообще легкотня. Вообще нормуль. Самое главное, это не сглазить, а то... Во-во. Потому что я уже что-то боюсь. Потому что, ну, я вижу, что кто-то там идет. Страшненькие ребята. Так что посмотрим. Ну, 40 волн? Всего 40 волн в этой игре или как? Не-не, там больше 40, по-моему. Ой, вот все. Смотри, там написано то, что сейчас придет какой-то мистический босс тьмы. Так что ждем. Сейчас что-то будет жесткое. Слуга сатаны. Блин. Ну все, отлично, я сейчас беру и прокачиваю уже последние свои две базы, да, рейлган танка и... Это твои, да, стоят вот здесь вот, с этой стороны? Да, это все мое, да, красивчики. Все твое добро, Люкс. Мое. Так. Давай. Смотри, я сейчас еще сделаю call to это. Правда, какой-то босс идет. Call to arms. Какой-то слабенький босс у нас. Знаешь, Капанда, я вроде понял, что делает ангел. Он снимает... Эффект, получается, потери сознания. Знаешь, когда тебя оглушают, как там, не знаю, танк. Ну да, стан. Стан снимает. Офигеть, это очень круто. Я думаю, накоплю на него, потому что если это так работает, то это очень полезно, потому что вот эти боссы... Да, конечно. А я его, кстати, тоже покупал. Я его что-то за него даже не играл. Надо было для прикола его взять. У меня же все юниты есть, я все скупил здесь. Нифига ты миллионер, я понял. Еще там денег куча еще осталось. Ну мы просто с подписчиками здесь играли, фанились. Я понял. Ну тогда смотри, я... Вот иди сюда, вот ко мне. Вот я нахожусь в месте, там где выезжают танки. Вот я тебе покажу сюрпризик, вот ты где. Давай. Можешь, Опа. Сват попер. Вот и все. Сват. Сколько у них? 600 хп. Да. Вот мне всегда было интересно, почему вот есть специальное место, видишь, чтобы пулеметчик сидел. Ну почему пулеметчика там, я не понимаю. Ну мне да. Интересно. Это было только... Зажали пулеметчика. Ну да. Так, ой, тут что-то рвануло, я испугался. Капец, что там происходит? Ты посмотри, там просто жесть. Вот то, что где они отсюда вылазят. У нас даже ни один до поворота не дошел моб, да? Ага. Да посмотри, кто это? Это миниганеры, хлопцы. Армия. Мне кажется, я... Мне еще столько ставить юнитов? Мне еще где-то примерно 10 юнитов можно поставить. Офигеть. Так, а я уже начал аутлоу тоже ставить. Кого бы поставить? Потому что я думаю, можно базучкина. Так, базучкин. Так, сейчас мы их проапаем. Блин, место просто... А вот место идеальное, прямо возле твоего командира. Так, отлично, прокачаю его. Нашел еще куда воткнуть там? Да, прямо здесь идеальное место. Прям одна точка была. Отлично. Так. Капец, смотри, какая у нас уже база вообще. Ага, народу жесть волна. Просто. Так, я-то сейчас буду ставить своих ми... А некуда ставить, если честно. Так вот, в то-то и смысл. Вот здесь все. Еще внизу надо будет заставлять. Ближе к низу. Вот... Где-то вот здесь будем ставить. Все красное уже. Просто я не знаю. Так, вот сюда можно, пожалуйста? Нельзя. Офигеть. Не, у нас очень крутые ребята. Просто жесть, они все заставили. Да, просто, все заставили. Хочешь удивиться? Отдали камеру. Посмотри на нашу базу. Просто все классно. Смотри, там ракеты сейчас сколько сверху летает. Да. Блин, ну весьма неплохо. Смотри, сколько народу. Да. Так, я сейчас буду дальше выставлять. Я немножко не понимаю. Я не туда, я не туда пытаюсь поставить. Туда нельзя поставить. Что я туплю? Ой, ё-моё. Да, что-то я тупанул. Так, тогда поставлю сюда миниганера, потому что... Ну знаешь, возле твоего командира уже мест просто да, нет. Да, там уже все, там все забито. Я сам уже смотрю, куда поставить-то. Угу. Ого, что-то я где-то было. Вот эти места занимать, потому о, что... О, я что-то нашел куда-то. Так, я тоже нашел ковбоя, своего влепил. А, это ты поставил только что? Я маленько не успел. Ковбой, да? О, тихо, еще что-то нашел. И миниганчик.
Что за музыка? Ой! Ой! Ты слышишь этот звук, Капанда? Там что-то происходит. Это... Я не знаю. Там было что-то очень жестко написано внизу, и по идее сейчас, наверное, пойдет очень крутой босс, который просто будет разваливать нас. Да, у нас там никто не вылазит даже. Мне кажется, там никого нет, а мы их нахлобучиваем сразу же. Просто я не понимаю, куда наши миниганчики стреляют? Некуда стрелять. Да они просто туда. Они стреляют вот эту дырку. И все, там всех просто разносят в хламину. Просто в хлам. Кто это идет? Он диской махает. Какой-то герой. Какой-то нубас. Вот и босс, 12 тысяч хп. Это Гвардиан, по-моему. А, Фален Гвардиан, да. Да и что они сделают? Что? Смотри, какой красавчик. Фален Кинг. Команда, 125 тысяч хп. Вот сейчас пойдет самая красота. Подожди. Вот это начинается, Фаренька. Смотри, у него сколько хп. Так, давай я свое сейчас максимально проапываю. У меня есть плохая новость. Call to Arms. Бафаем, быстро бафаем всех. Да ну, вот это началось веселье у нас. Так, знаешь, теперь пахнет не победой, а проблемами почему-то резко запахло. Сейчас пахнет жарой. Да, еще той жарой. Офигеть, да он, смотри, просто никто ничего не может ему сделать. Мы только снесли его. Нормально. Примерно 8%. А что, все под контролем. Так, куда бы только поставить? Он просто защищается от всех атак. Чего? Это нечестно. Это нечестно, офигеть, как. Смотри, какой красавчик, да? Да. Капец, мы почти ему половину сняли. Да, отлично, фигачь ему. Слушай, да это похвально. Он довольно крепко держится. Подожди, это последний босс или сейчас что-то еще будет крутое? А я не помню, по-моему 40. А может еще будет. А, ну если 40, то мы просто тащили, потому что мы развалили. Так, ну 125 тысяч у него. Так, у меня миллион денег, миллион бачей. Точно, у меня 500 тысяч. Так, ну все, вроде убиваем его. Подожди, ой, есть одна проблемка, он идет на наше самое легкое место, и он... Нормально, он уже фарш. 3000, 2000, 1000, 0, гейм ова. Так, или это только начало? Так, подожди, я слышу какую-то музыку. Это победная музыка. Триумф! Красавчики! 25 минут 15. По-моему, раньше больше было волн. Раньше по часу можно было играть. Офигеть. Да, я играл минут по 40. 720 коинов дали и 100 экспы. Красота. Блин, идеально. Это было очень круто. Блин, прикольно. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Я давно так не веселился. И... Красавчики. Интересно. Спасибо всем, кто с нами играл. Вот ребята. Да, друзья, всем спасибо, было весело. Короче, спасибо, смотрели видос. С вами был Люкс Капанда и... Всем удачи всем. Все, пока. Всем пока-пока.